Всем привет, друзья, с вами Том, то есть я сегодня мы вместе с Бэдди и Москитом будем маяться на моей карте. Вы где примерно ходите? Распиняю скулемета! Скулемета распиняю! Я примерно в своем поле зрения. Кулемет возьму в руки и расстреляю фашисты кулеметом. Пацаны, Фонтон, это боги. Кулеметом расстреляю фашисты. Знаю, где я. А чому я должен где? Ты в доме, да? Да. Пацаны, у меня богический текстур пак просто. Потому что ты лох или не лох? Не лох. Чего? Не лох, но зато ты не лох. Слава юного инженера гранатик. Слава юного инженера гранатик. Так я не... Фонтон, я не понимаю, где ты. Он обосрал себя. Короче, ты допустил самую главную ошибку. Какую? Шо? Ты допустил то, что я свалился под карту. И как ты туда мог попасть? С помощью кое-какой нычки. И какой? Которую я уже покинул. Ты опять что ли издеваешься? Ты опять что ли издеваешься? Я не понял, почему из-за тебя меня ищут, я не понимаю. Ладно, сейчас я Фонтота поищу. Фонтот, ты где? Я не Почему знаю. Почему меня? Почему именно меня, скажи? Я не знаю, ты бегаешь постоянно тут. Ну, тоже верно. Я стреляю. Я стреляю с кулемета. Если что, ты туда под карту не мог попасть, там нету таких ничего. Какого хрена? Ты лазишь сквозь текстуру. Ой, ноклип, я да, отвечаю. Да, ноклип, да, именно так, давайте, забаньте меня, забаньте. Расстреляю с кулемету. Сейчас их расстреляю. Фашисты. Кулемет. Ой, not good boy. Кулемет расстреляю. Фонтон, ты сейчас не ответишь, отстрою. Где ты? Я отстреляю. Not good boy. Он это, короче, ну, в той нычке, короче, ну, которая синий, синий человек. А, нет, это не по него. Чего, блин? Улица. Короче, он на улице, где желтая трубка. А, понял. Желтая трубка у тебя, не знаю где. В колюбка, да? Ой. Расстреляю я тебя. Че, тот, кто убивает... Та-та, я вас видел. Ты где? Я телепортнулся. Ты где? Там в край надо удариться. В самой последней комнате. Ударить ножом? Я понял. Нет, в край башкой. Я понял. Вас. Боже мой, я нахожусь сейчас в... Ты где там, маньяк? Маньяк! Я ударяюсь! Я прыгаю! Вот! О! Вот, наконец-то! Все, теперь стой тут, там смотри, иди сюда. Там нужно зайти в нычку, Туане. Фальшивые. Фальшивка. И тут тоже фальшивка. А знаешь, как отсюда телепортироваться? Как? Не знаешь? Не знаю. Я тоже. Ты тоже не знаешь? Да. Мы здесь навсегда. А я телепортну сейчас. Какой самый последний комнате? Вы меня чё? Вы чё, аферисты? Мы на втором этаже в последней, ну короче, пошли его затронуть. Ты где? Я
Видишь, ты Чеф! Маньяка я тут вижу. Маньяка я видел только что, вот сейчас вижу. Где вы находитесь? Мы в жопе. Опа, маньяка, вижу, он идет, короче, туда. Чёрт! А ты не думал присесть? Ни разу не думал присесть, чтобы в нычку зайти? Какую? Опа! Чёрт! О! What the fuck? Я видел аномалию. Ну, пойду отсюда. Кому? Я тут похожу за маньяком, сейчас он ничего не понимает. Ой! Я же троллю тебя! Блин! Как это нечки вылезти? Подлый гринго хочет тебя сломать. Опа! Опа! Ай, ну диги, дай! Подлый гринго! Ай, ну диги! Сейчас я тебе покрестую юбку, покуделушка. Ничтожник. Да ты мне убить не можешь никак. Ничтожник. Опа, опа, опа. Это точно глюки, это все те грибы. А я на улице. Что тут произошло? Отсюда вы. Что это за грибы сегодня? Как это попылись? Как это сделать? Как это сделал? Ты долго не волшебный. А, так что ли? Ну нахер. Ты чё, ко мне привет. Ты бежишь? Ой, мне тут звонят. Мне тут люди звонят ещё. Кое-какие. Да мы зачем ты еще обратно пошел? Я телепортировался, куда ты убежал? Ты просто на место. Да твою мать! Подлый гринго! Прыгай! Мать. Вот, и теперь мать сюда. Просто. Бежишь сюда, потом опять. Так я видел одного, еще одного там дебила. Да ты наркоман, ты не можешь что ли пролезть сюда, что ли? Я видел еще одного гринго. Господи, ты куда там побежал? Он не двигается, ты понимаешь? Понимаешь? Я слишком обожаю сосиски в тесте. Ты залезть не можешь вот сюда. Потом опять сюда. Потом опять сюда. Время прошло. Да, время прошло, все, ты лузер, пока. Сюда, сюда. Видишь? Давай, выходи, можешь уже выходить. Давай, выходи. Да зачем ты слепого пути? Выходи, можешь, выходи. Я тебя видел, подлый гринго. Я тебя вижу. Я знаю, но как ты сюда залезешь? Тут телепорт ведет. Блин. Как его затроллить на изи? Давай. Давай, выходи уже. Давай. А, так. Стой, давай, выходи отсюда, выходи. Где эти грин? Ну ты присядешь и сам. Стой, сиди тут. Даю тебе подсказку, мы прям рядом с твоим, прям в твоем тест-спауне, но... Да я видел твой нос, видишь, я тебя вижу. Ты не думал, что ты можешь пройти с другой стороны сквозь текстуру? Допустим, как только ты выходишь, ты сразу заходишь в текстуру. Опа, Мификс побежал, Мификс убегает. Беги. Да что это за хрень? Он что убежал уже, это я. Мификс открывает двери. Он сзади да тебя. Я знаю, что это ты, мне пох. Так я не хочу быть маньяком. А Мификс еще ни разу не был. Ты... Я об этом не подумал, сорян. Понимаешь? Пошли, я покажу, где он. Он на улице пошел. Не надо, вы что, охренели? Ой, на улице. Открываю. Заходим. Опа. И смотри, в телепорт не выпрыгивай никуда. Вот. Стой тут. Смотри. Берешь фокус показать. Опа. Туда вот залазишь, опа. Залазишь сюда и чекаешь нычки. А я сейчас проверю другую нычку. Вдруг он там, в другой нычке. Погоди, у меня ВХ барахлит, что делать? Не знаю.
А меня там нет. Его, а, его под крышей нет. Короче, смотри, я знаю где он. Он тут, вот. Но... я его держу. Он тут, я его держу, он тут. Я его держу, чувак. Я его держу, он тут. Он тут, он тут. Где? Он тут, короче, ты ничего не понимаешь. Он, короче, находит. Ого! Что за нафиг? Пацаны, короче, звонят. Да идите вы нахрен. Тебя первого. Я не буду в Соника играть, идите нахрен. Давай я тебя буду полечить, а? Давай. Честь не на одно, а? А он убьет тебя, вот, а не меня, понимаешь? Пацаны, пацаны, смотрите прикол. Ну что, всем дайте показывай, был топ, то есть я, Фонтот, и я, и Москит, пока. Да, это... Ютуб. Вздрюху. Как?